Всем привет! Сегодня в распаковке универсальная ремонтная лента Hammer Flex. Посмотрим, настолько ли она хороша, как о ней говорят. А также мы дадим шанс одному из вас лично проверить ее в деле абсолютно бесплатно. Это распаковка. Поехали! Итак, данная лента предназначена для использования в качестве электроизоляции, а также для жесткой фиксации различных предметов с различными типами поверхности, такими как металл, дерево, стекло, пластик, керамика, резина, имеет отличную стойкость к растворителям и хорошее сопротивление сдвигу при высоких температурах. Ну что ж, проведем для нее хард-тест. Держится вроде крепко. Давайте посмотрим, как он справится со своей прямой обязанностью. Весьма неплохо. Гвозди напугали. Ну что ж, вы все видели сами, комментарий здесь излишний. Осталось объявить условия конкурса. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо подписаться на нашу группу ВКонтакте, поставить лайк и сделать репост этой записи. И уже через неделю мы узнаем имя победителя, который сам сможет испытать эту ленту в действии. Это была распаковка. Пока.